Здорово всем, парни. Поиграли мы тут с отрядниками, наконец-то собрались в Reforger. Получается, на третий день после выхода ее в Steam. Там ранний доступ, в техническом плане игра сильно сырая, серверов выкидывает, рассинхронит, как бы соперники перемещаются рывками, и попадать очень сложно. Но это понятное дело, поэтому надо ждать, пока все устаканится, наладится сервера, сетевой код, там не знаю, в чем у них проблема. Ждать мододелов, которые сделают интересные моды, хорошие какие-то режимы, типа тот же самый King of the Hill и все такое. Поэтому ждем. Пока что просто предлагаю посмотреть геймплей, как мы поиграли, что происходило. И я тут с этими переустановками драйверов и обновления биоса, короче говоря, не уследил, и у меня Shadowplay не записывал мой голос. Такой вот я двоечник. И поэтому все эти моменты будут без моего голоса. Там, в принципе, ничего нет такого. Я там говорил только инфу, типа, минус один, минус два, там, и ну, ничего, собственно, вы не пропустите, так сказать. Ну и все. Далее просто геймплей. Приятного просмотра. Да. Белого? Возможно. А, я поняла. Господи, мебель этот. Да, можно пробовать. Ну, если они подтянут инфьюжн к армии 4, что он будет тянуть такие городские бои, это будет даже хорошо. Забежал чувак, смывается, идет враг. Ловушка. Так, ну я уже не хил так обошел. Все люди. Ой! Меня бетер убил. Страшно. Бетер? Бетер? Ну, не бетер, а что? Пять и на R. Да, потом кинешься. Да, наверное. Я двоих убил. Серьезно? А я слышу, что-то ходит. Убьешь? Или не можешь? Это не я был. Это не я, это второй человек. Да. Тебе пишет где? А, нам направо, да. Где-то... Вот, по этой дороге. Тебе пишет, где ты находишься? Подожди, наверное. Не пойму, это вроде свой бежит, но он попутал меня. Стой. Не дави. Знаешь, что тупо? Занято. Можно ага. Палец. Это файтер. Файтер, стой! Не здесь, знаю, да, я не могу сесть. Поменять пишет... сиденье. Ну, нет. Пишет, что звонит. Где-то. Отодвинулся. Я поеду с лучшим водителем. Ты что не знаешь, честно. Справа это наш? Да, я правый кнопку мыши. Правую кнопку мыши нажать. Просто нажать и не держать, да. А, я понял, что смутило тебя. Это как в Дейзике. А, второй этаж дома, вижу противника. Какого дома? Штанга опять. Ну. А что сначала? Белый дом. Белый дом слева от дороги, внутри базы, окопанный этими мешками, второй этаж был. Ну то есть с флагом который? Ну вот, пришел.
А, стреляй! Да, второй этаж. Ой, крыша, вернее. Крыша, крыша, крыша был один. Это, сука, этот червь опять в голос заморил, ёпки, вставайте. Убил, 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 убил. Как, нормально. Как удачно. Я только подхожу, чувак появляется и взрыв. Это я кинул гранату. Давай, держи. Да, сейчас я помогу, чтобы быстрее было. А что, граната залетела, да? Да, хорошо залетела. Идет враг к нам по дороге. Откуда машина? Да, тут в лесу народ идет. Так, а я тут не могу. Я не могу. Строить иди. Могу, могу. Припас, могу. Прям в лесу около уже. Там до сюда народ. Как пулемет можно строить, такое все. Да, можно, но сейчас его убьем. По мне стреляет, убейте его. Строите, убивайте людей. Ну уж поздно. Вальтер, ты знаешь, как у тебя отдать этот? Мать твоя, где я появился? Военная база. Ты тоже? Гранат кинул по себе. Чуть, 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 чуть. Я ГП жену. Они на морг, он походу на порт. По сути дела надо умирать и порт идти защищать. Может, или не пойдем порт защищать? Да я. С двух сторон тачка едет. Как раз. Врываемся. Там где-то точка сразу же будет. Вокруг зеленая, одна синяя или уже синяя всего? А, у нас еще и садход заняли, нифига. Там почти доехали. На икс не едем. Сейчас мы спустимся, блин. Вы где умудрились-то, блин? На березке. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.